здесь люди еще живут? Почему здесь люди остаются? Я честно не могу. Fucking hell! Fuck me! That's like 3 seconds later with them. Yeah. Мама не поедет? Нет. А почему вы не едете? И что, мы вчера вашего внука вывезли. Он лежит в морге, чтобы вы могли его похоронить. Я понимаю. Почему? Вы понимаете, что вы погибнете здесь? Они вам то же самое скажут, что погибнете. Вы понимаете, что вы больше не можете? Бабушка, нам нравится вот так жить. Это еще не скоро закончится. Может, никогда не закончится. Здрасте! Вы на эвакуацию? Мама не поедет? А почему вы не едете? И что, мы вчера вашего внука вывезли. Он лежит в морге, чтобы вы могли его похоронить. Но... Почему? Вы понимаете, что вы погибнете здесь? Но они вам то же самое скажут, что погибнете. Здесь оставаться. Вы понимаете, что вы больше никому не покажете? Вам нравится вот так жить? Это еще не скоро закончится. Может, никогда не закончится.